Сегодня 22 июня, 24 год. Австрия, Бартоломек, Батхолоберг. Здесь был Хемингуэй, писал свои произведения. Вот такое красивое там озеро. Австрия – бедная страна. Вот она, Австрия – бедная страна. Я вам сейчас покажу, как она бедно здесь живет. Бедно живет. Боденсее. Сегодня 22 июня. Боденсее. Хауптролли. Хауптролли ist Олив. Олив Хауптролли. Geh zurück, halt unsere Taschen.